вот вышел с попутки. Приехал в Киев. Метро Харьковский массив, очень такое место суетливое. Мне не нравится здесь. Сейчас буду ходить в метро. Там дальше ехать на нужную дистанцию, где я нахожусь. То есть это состоит хаос, происходит. Люди спешат по своим делам. Проповедую не хочу. Мужчина с бородой. Вот. Помогите на хлеб написано. На хлеб много денег-то не надо. Зачем стоять на хлеб? Не только на хлеб с маслом. Аккуратней. Все, достаю проездной свой. Прошел. Все, так спускаюсь, иду самое начало себе сразу. Вот мой поезд едет. Пиши в начало сразу, мне ближе выходить. Ну вот и все, приехал я на метро Тараса Шевченко. Дальше пешком мне буквально идти 3 минуты, куда мне надо, на работу, на мою область. Называется Подольский район Киева. Правда, не самая живописная его часть. Такая промышленная зона. Тут вроде мукомольный какой-то комбинат, хлебопекарный. Там, может, сниму что-то, что еще есть. Там дальше будет видно какие-то правительственные, государственные здания. Здесь ничего нет. Тут заборы, машины, дома, ничего больше нет. Сейчас дойдем, когда я потом включу. Так-то ладно, я уже приехал. Буду заходить на проходную территорию завода, где находится наша фирма. Вот там вот проходная. Завод когда-то назывался Спутник. Он же по-украински Супутник. Наверное, не прочитать. Все, бабушка тут маленькая работает, убирается. Вот тут дальше там не видно ничего. Там находится там наша Рада, дальше за домами Верховная, а там холмы киевские, все, тут больше ничего нету такого. Вот прям сюда захожу я, ну и все. Потом, даст Бог, батарейка, если останется, запишу, когда я еду уже с метро домой. Сделаю еще один дубль, потому что там было сильно темно, тут немножко меня видно. Повторюсь, что день рабочий закончился, стемнело. Киеве плюс 3. День прошел, был немножко напряженный под конец. Всегда по-разному. Бывают дни хорошие, легкие проходят неделями, другие бывают напряженные, всякие там неурядицы на работе, стрессы, все по-разному бывает. Ну, слава богу, закончилось. Сейчас иду домой. Еду домой. Вторую часть ролика запишу уже, когда буду садиться в попутку на метро Харьковская. Ну, собственно, и все. Вот и все. Закончилась поездка в метро. Сейчас сажусь на попутку и еду в Борисполь. Все.
Вон там ежедневно тысячи людей отправляются на Борисполь на попутных машинах. Тут небольшой, даже целый свой бизнес. Переходим дорогу. Вот они останавливаются одна за другой. Все. Вот можно куда-нибудь сесть. Может быть, например, сюда. Настя, вы куда? В Ленинградской.